Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в новую серию, где мы будем рассматривать топ-1 самую крутую карту в Майнкрафте, с помощью которой мы сможем избавить этот мир от нубов, гриферов и многого другого. Все подробно я вам расскажу, когда мы уже начнем прохождение этой карты. Но, ребята, перед этим я бы очень сильно хотел попросить поставить лайк, ведь если мы наберем 1200 лайков, я даю прям вам свой зуб, свое слово, то что сразу выйдет новая серия продолжения этой карты или даже же какого-то другого видео. Ребята, я у вас не выпрашиваю лайки, ссылочку на эту карту я уже оставил в описании, заходите, скачивайте, проходите и напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько уровней вы смогли пройти этой карты, потому что если в этой серии я хотя бы смогу пройти 4 или 5 уровней, я уже буду очень счастлив, потому что тут есть 10 уровней, которые, я вам скажу, очень даже тяжелые. Поэтому, ребята, скачивайте карту, проходите и напишите в комментариях, сколько уровней вы прошли. Также не забываем подписаться на мой канал, каждый подписчик для меня настоящий друг. Я буду очень сильно рад, если вы вступите в нашу большую дружную семью и подпишитесь на мой канал. Да, ребята, а мы приступаем к самому видео. Что нам нужно сделать? Давайте рассмотрим первый уровень на самой-самой легкой сложности. Это только первый уровень, чтобы я вам дал понять, в чем заключается эта крутая карта. Нажимаем. Первый уровень. Гирки старт. Что нам нужно сделать? Нам дают определенное количество блоков ТНТ. И дают какой-то дом, который... Да, можно так сказать, который построил какой-то нуб. И у нас задача с помощью этих 6 ТНТ полностью уничтожить этот дом, чтобы от него не осталось даже мокрого места. Полностью. И только тогда, когда мы избавим этот мир от этого, я не знаю, как это назвать, даже от этого отродья, тогда мы только пройдем эту карту. Что она написала в чате? Посмотри на этот нуб-дом. Давай, это не так, как люди должны строить свои дома. Давайте придадим ему урок и покажем, как нужно строить, тем самым взорвем его дом. Ну что, ребята, у нас есть 6 ТНТ, которые мы должны поставить в правильном месте, потому что если мы не сможем взорвать, если мы не сможем расставить туда, где нужно, допустим, давайте поставим вот тут и давайте вот тут, да? Круто. Сейчас давайте поставим где-то, я не знаю, где-то вот тут. И давайте где-то вот тут. И давайте посмотрим, ребята, сможем ли мы полностью расфигачить этот дом, чтобы от него вообще ничего не осталось. Только тогда мы полностью пройдем эту карту. Ждем, ждем, пока карта подумает, взорвется ли этот дом или нет. Да! Если вы полностью взрываете, то вы проходите на следующий уровень. И сейчас даже нам чат написал great job, то есть отличная работа. Вы прошли этот уровень, и сейчас у нас второй уровень. Но это был только туториал, я вам показал, о чем эта карта. Сейчас, ребята, мы приступаем к нормальной сложности, чтобы не подумали, что Эдисон, мол, какой-то нуб только играет на легкой сложности. Но, ребята, сейчас у нас 10 тента. И давайте посмотрим, что нам написало в чате. В чат. Хорошо, это уже немного лучше. Этот дом уже построен с дерева. Чуть-чуть с дерева, потому что вы видите то, что тут все-таки еще присутствуют блоки земли. Этот дом очень, очень гадкий и очень как-то засоряет этот мир. Давайте также придадим ему урок и покажем, как нужно строить настоящие дома. Тем самым давайте полностью его разрушим. Если бы я еще знал, давайте, давайте один вот тут поставим и еще один вот тут поставим. Где-то вот тут давайте, да? Круто. Сейчас один еще вот тут поставим. Сейчас, мы, кстати, можем уже забираться, нам дали вот эти блоки, которые сами потом пропадут, да, чтобы не было еще такого бага, то что эти блоки тоже нам нужно взорвать. Один сюда поставим, один сюда поставим. Фу, сейчас, что у нас еще осталось? Давайте один сюда поставим и один где-то вот тут сзади домика, допустим, вот тут. Сейчас нужно найти какое-то крутое место, где мы можем взорвать этот дом, тем самым давайте снутри мы его взорвем. То есть нам как-то без разницы, потому что нас потом перекидывает в спектейтер мод, и мы сможем летать и смотреть, как взрывается этот дом. Я надеюсь, что он все-таки взорвется, ребята. Ребята, взорвется полностью или нам нужно будет перепроходить этот уровень? Зараза, ты мне такую фигню оставил.
Ты мне такую фигню оставил, и мне теперь из-за этого нужно перепроходить. Ну ладно, вы можете тут нажать на вот эту кнопочку. И вы сразу же повторите вот этот уровень, то есть вам ничего больше не нужно даже перестроивать. То есть все очень просто и все очень круто. Точнее, вам даже не нужно будет ничего переделать. Вы можете повторить уровень с теми же блоками, с тем же расположением ТНТ, на котором вы закончили. Давайте опять взорвем. Ну давайте взорвем сейчас с этого места. Потому что в чат даже написано то, что пробуй различные варианты поджигания ТНТ. Потому что от этого может зависеть исход взрыва, то есть в какую сторону полетят ТНТ. Ты издеваешься? Один блок Ну это шуточки, прибауточки какие-то. Офигеть. Ладно, давайте еще раз повторим. Повторим. Так, может что-то поменять, допустим, я не знаю, ребята, нужно что-то поменять, нужно откуда-то забрать какой-то блок и поставить его в другое место. Где-то я что-то переборщил, где-то я что-то не так поставил, нужно, допустим, давайте поставим вот этот блок вот сюда. Еще раз взорвем сейчас отсюда. И... Давай, пожалуйста, пожалуйста, я даже глаза закрою, я не буду смотреть. Да твою фуражку, да ты издеваешься. Ты издеваешься, ребята. Качайте эту карту и бегите проходить, потому что это реально крутая карта. Вы учитесь, как правильно взрывать дома. Это вам действительно пригодится в многих аспектах вашей жизни. Я даже не могу выговорить то, что я хочу. А, во, кстати, как мы можем ломать. Давайте поставлю я сейчас один блок куда-то вот сюда. Вот так, потому что вот эта часть никогда не хочет взрываться. Круто. Замечательно. Что мне сейчас делать? Ладно, попробуем отсюда. Я прям заблокировал. Не заблокировал, а закрыл вход. И я сейчас не мог войти в дом, чтобы взорвать изнутри. Нужно было взрывать снаружи. И? Ладно, а сейчас попробуем снаружи. Вот сейчас, когда у нас открыт вход, разблокирован вход, давайте попробуем взорвать снаружи и посмотрим, как это все получится. Это второй уровень, и мы играем на средней сложности. Заметьте, как это сложно, ребят. Вам нужно подумать наперед, как это все будет взрываться. Затащили каточку, приходим, приступаем, переходим, назвайте как угодно, к третьему уровню. Сложность нормальная. Крафтинг бизнес! Вау! Это выглядит, как будто это дом какого-то фермера. Но, подожди! Очень много верстаков! Зачем ты сделал столько много верстаков? Ты не должен был тратить столько много дерева. Это плохо для окружающей среды. Давайте дадим ему урок и взорвем этот дом нахрен. Если прям вот так дословно разговаривать. Ладно. Один вот. Я не знаю, хорошая ли идея сюда ставить. Ну давайте. Один сюда поставим. О, реально? Чувак, зачем ты столько много верстаков сделал? Это реально, ну, глупо выглядит. Один вот сюда. Все. И давайте один еще вот сюда поставим. Так, круто. Дайте вылезти. Офигеть. Чувак прям разозлился. Наделал столько верстаков. Опа, тут у тебя складик небольшой. Охренеть, складик. Ты прям дебил какой-то. О, это прям самый крутой дом, который я когда-то либо видел, ребята. Да залезь ты, мать твою, наверх. Вот так. У нас есть еще 14. Давайте один сюда поставим. Один сюда поставим. И один на вход поставим. Замечательно. Сейчас можно еще поставить сюда вниз на пшеничку. И что самое главное, мне кажется, нужно поставить на крышу. Потому что крыша это такое, знаете, дело. Иногда она хочет взрываться, иногда она не хочет взрываться. И лучше мы наставим сюда много блоков ТНТ, чтобы она наверняка взорвалась. И давайте еще один вот сюда поставим.
И мне кажется, в принципе, должно хватить. Я на это хотя бы хочу надеяться, то, что это хватит. И знаете, куда я еще поставлю? Давайте еще один вот сюда поставим. И подожжем это все изнутри отсюда. Ну что, ребята, смотрим. Что с этого получится? Третий уровень. Если мы прям затащим с первого раза, это будет офигеть как круто. Давай. Давай. Ну взрывайся. Хрен такая большая задержка. Затащили, ребята, с первого раза. Офигеть. Прям логика. Нужно думать, как это все будет. Ну что, ребята, вы готовы к четвертому уровню? Средняя сложность, чтобы... Копипаста. Чтобы тоже не перебарщивать. 30 тенте! Офигеть. Ты что, с меня издеваешься? Ты просто... Этот чувак просто скопировал дом жителя. Как ты посмел? Давайте придадим ему урок и взорвем этот дом. Нахрен! Я с тобой согласен, чувак. Ты скопировал дом жителя. Ты скопировал дом носатого. Копировать дом носатого нельзя. Это большое преступление. Давайте один поставим... Да дайте мне залезть. Давайте один поставим вот сюда. Один поставим вот сюда. И у нас еще осталось 22 блока. 22 блока. Так, один сюда. Один сюда. Один сюда. Давайте еще один сюда поставим. И один сюда поставим. И сюда. На всякий случай. На всякий случай? Да. Должно быть на всякий случай. Еще один сюда поставим. Сейчас заберемся наверх. Вот так, вот так, вот так, вот так. Ух ты, нифига себе, тут крыша большущая. Сюда один, сюда один, сюда один и сюда один. Потом сюда, сюда, сюда. Это реально, ребят, нужно все продумать, потому что если у вас не получится, один сюда поставить и один куда-то вот сюда. Ну что, мне кажется, в принципе, на крыше уже более-менее так стабильно. И мне кажется, взрыв там достаточно нормальный произойдет. Чуть я не могу разговаривать, нафиг, извиняюсь, ребята. Куда бы нам еще запихнуть? Давайте еще один сюда поставим. У нас офигеть, прям экономия, сплошная экономия. Один сюда поставим и, допустим, один сюда. Ну что, ребята, поджигаем с этого и смотрим. Я не хочу ничего гореть, но если мы еще и этот уровень затащим с первой каточки. Как это круто будет. Давай, 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 давай. Ребята, пожалуйста. Ну ладно вам, ладно. Просто случайно получилось. Уже, наверное, подумали, что я эту карту затротил 5 дней подряд и учился, как это все делать. Но нет, ребята, это просто удача, можно и так сказать. 27 блоков на такую хреновину большую нам дали 27 блоков, а только что на обычный дом носатого нам дали 30 блоков. Где логика? Не знаю. Ну ладно. Подожди секунду. Ветреная мельница? Даже в Майнкрафте нету никакого ветра. Какая ветреная мельница? Это там пишет, я просто читаю, ребята. Давайте придадим ему урок и посмотрим, как взорвется этот домишко. Один сюда поставим, один сюда. Мне кажется, это будет хватит. Давайте просто сюда, потому что сейчас нам реально нужно экономить. Сейчас у нас не так-то много этих всех блоков. Один сюда. Один сюда. Еще осталось 20 блоков. Может, мы справимся. Ух ты, нифига себе. Один сюда поставим, один в уголочек. Ух ты. Как у тебя тут уютненько, слушай. Один сюда. Один сюда. И один сюда. И у нас еще осталось 13. Что тут у нас? Ай! А, я даже оттуда выбраться не могу. Зачем ты там туда это все наставил? Ладно, сейчас, ребята, 12 блоков. ТНТ. Ух, нам, конечно, нужно немного посмотреть, как это все будет. Ладно, давайте. Давайте сейчас, ребята. Один сюда. Один сюда. Один сюда. Один сюда. 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 Допустим, один сюда еще. О, что самое главное, вот сюда можно и вот сюда. Ну что, ребята, вы готовы? Давайте подожжем где-то отсюда. Ну что? Я уже не буду говорить то, что давайте затащим с первого раза, потому что вот эта постройка, мне кажется, с первого раза не получится уничтожить ее, потому что это все-таки действительно немного
Сложноватенько. Ну все же, будем надеяться. А-а-а! Три блока осталось, ребята, три блока осталось. Смотрите, 1, 2, 3. Ладно, давайте еще раз повторим. Нужно... Мне кажется, я где-то что-то переборщил. Я где-то переборщил, откуда нужно... С одного места, точнее, нужно забрать ТНТ и поставить куда-то в другое, где-то еще на крышу. На крыше, крыша, точнее, нуждается еще в одном ТНТ. Или я просто поджег неправильно. Или я просто поджег неправильно. Допустим, давайте поставим вот сюда и подожжем. Давайте отсюда. Посмотрим, что получится. Я ничего не менял и только поменял один блок, передвинул его только на два блока назад. Посмотрим, что с этого получится. Как наша ветряная мельница в себе поведет в этот раз. Опять три блока! Что нам делать, ребята? С какой стороны нам заходить? Где сейчас эти три блока остались? Где они остались? Фиг его знает. Давайте с этой стороны попробуем. Вдруг что-то поменяется. Сейчас я посмотрю, если опять три блока останется или даже больше, я прибавлю еще один блок ТНТ на крышу, потому что, мне кажется, она действительно в этом нуждается. Крыша нуждается в одном блоке ТНТ, как это трогательно. Да. Да. Этот раз вообще не зашел. А если мы отсюда... Попробуем. Ребята, это еще раз экспериментальный раз. А вдруг затащим? А вдруг? То есть, это действительно играет большую роль, откуда мы начинаем весь взрыв. С крыши. Или с подвала, или там еще чего-то. Два блока! Прогресс! Большой прогресс. Ладно, ребята. Нужно что-то менять. Нужно что-то менять. Мне кажется, если это заберем, поставим куда-то вот сюда, допустим, это поставим также куда-то вот сюда, сейчас поднимемся. У нас есть один блок ТНТ, мы в принципе можем еще с крыши забрать с одного места, передвинуть куда-то в другое, потому что, мне кажется, там что-то... Вот тут два блока ТНТ, которые, я не скажу, что очень... Твою мать, иди сюда. Тут каждый блок, если честно, играет большую роль. Мне кажется, смотрите, куда можно засунуть этот блок ТНТ, чтобы он прям удачно стал. Встал! Чтобы он встал удачно. Чтобы он прям удачненько вот сюда. Смотрите, ребята. Это можно забрать вот сюда, на самый верх. И сейчас еще один сюда можно поставить. И еще один, допустим, вот сюда. Вот. Попробуем сейчас. Попробуем и посмотрим, что с этого получится. Пам! Ну что, ребята, вы готовы? Сейчас посмотрим, где будет не хватать взрыва и мощи. Если в какой-то части мы заметим то, что осталось еще достаточно много таких блоков, то значит мы вернемся и посмотрим. Ага. Хреновенько я, значит, взорвал. Значит, нужно было... Смотрите, ребята, откуда мы попытаемся взорвать сейчас. Давайте отсюда. Давайте отсюда попытаемся. Я более-менее знаю, если на крыше... Я знаю, вот сейчас у меня есть план сделать на крыше такой небольшой плавненький переход с одного блока ТНТ на... Это что, в общем, да. Самый бесполезный взрыв в истории Майнкрафта. Ладно, давайте дальше. Вот первые 4 уровня мы прям на одном дыхании прошли. Вот сейчас... Сейчас как-то не заходит. Вот смотрите, ребята, что я хочу сделать. Один поставить куда-то вот сюда. Один поставить куда-то вот сюда. Такой плавненький переход. И один еще вот сюда. Чтобы отсюда пошло до сюда. Давайте сейчас посмотрим. И вот тут что еще нужно сделать. Вот. Вот тут у нас не взрывается. Вот тут у нас не взрывается. Допустим. Давайте я вот это заберу. Вот. И поставлю его, если можно, вот сюда. Ага, сейчас я хрен отсюда вылезу. Вот сюда. Да. И взорвем. Взорвем отсюда. Посмотрим. Вдруг этот раз подействует. Давай.
Давай, пожалуйста, в этот раз. Нам очень нужно пройти к следующему уровню. Да твою, что не так? Что не так? С этой стороны и с этой чуть-чуть. Лоханулись. Ха. Что-то нужно передвинуть, что-то нужно переделать. Как-то это не очень. Мне кажется, ли тут не хватает еще одного блока? Или оно хреновенько вот тут? Вот, вот так поставим и сейчас взорвем отсюда. Посмотрим, это последний раз. Сейчас посмотрим, если опять останется 3-4 блока, то нужно что-то будет переделывать. Вот на этой крыше, мне кажется, тут чего-то не хватает. Вот именно вот тут, вот в этом уголку чего-то не хватает. Да, оно туда просто-напросто не доходит. Нужно что-то делать. Ну что, ребята, еще раз попробуем. Я немного переделал, то есть я забрал с одного места блок, поставил куда-то в другой. Посмотрим, что сейчас с этого получится. Я все-таки надеюсь, то, что мой план сработает. Хотя бы я хотел бы надеяться, то, что он сработает. Нет. Ладно. Еще раз пробуем, что с этого получится. Один поставим вот сюда. И один поставим, допустим, немного передвинем вот сюда. Пожалуйста, я уже заколебался эту ветреную мельницу проходить. Пожалуйста, дайте нам затащить этот уровень. Вроде нормально, то есть вроде все стоит на своих местах. Но почему-то не взрывается. Или я не оттуда взрываю. Ладно, но сейчас у меня уже более-менее есть такой план. Если ты не взорвался в каком месте? В этом, да? Если ты не взорвался в этом месте, то давайте это заберем. Поставим вот сюда, да? И сейчас заберемся на крышу. Вот так. Это поставим вот. Нет. Вот сюда. Это поставим вот сюда. А это вот сюда. И опять взорвем с того же места. Вдруг что-то поменяется. Вот так. Ну что, ребята, вы готовы? Это финальная миссия на этой серии. Или я хотел бы надеяться, что мы все-таки сможем выиграть. Затащить, пожалуйста. Да, это был решающий такой кусочек, такой пазлик, который мы никак не могли решить, но сейчас решили. Ребята, если вы заметили, то тут мы прошли 1, 2, 3, 4, 5 уровней, а тут есть еще 6, 7, 8, 9, 10 уровней. То есть тут есть еще 5 уровней, которые мы сможем пройти в следующей серии. Я просто не хочу делать очень большую серию, это скучно, нудно, можно уснуть. Поэтому, ребята, если вы хотите продолжение, как можно быстрее, я буду прям от всей души вам благодарен, если вы поставите лайк. Секунда вашего времени, чтобы потратить ее, не полениться и поставить этот лайк. Но в первую очередь я скажу вам большое спасибо, потому что каждый лайк для меня важен. Я от вас не требую лайки. Ссылочку на эту карту я уже оставил в описании. Я такого не делаю, мол, наберем столько-то там лайков, выйдет карта, я добавлю ее в описание. Нет, ребята, держите, я прям ее отдаю с руками и ногами. Скачивайте, что самое главное, соревнуйтесь со мной, если вы сможете пройти эту всю карту хотя бы на среднем уровне, потому что, а прикиньте, что там будет на 10 уровне. Может, там какой-то нереально большущий замок будет, в котором, в уровне которого нам дадут, может, 200-300 ТНТ? Хрен его знает. Посмотрим, ребята. Если вы хотите со мной посоревноваться, скачивайте прямо карту прямо сейчас на версию Майнкрафта 1.8.8. Да. Если будет ниже, то, мне кажется, она работать не будет. И напишите в комментарии, сколько уровней вы смогли пройти и на какой сложности вы смогли пройти. Мне действительно будет это интересно. Также не забываем подписаться на мой канал. Ссылочка его есть вот там в уголку, также под видео. Не ленимся, нажимаем. Также секунда времени, но каждый подписчик для меня действительно друг. Я буду каждому рад, кто вступит в нашу большую дружную семью. Я приглашаю вас всех, ребята. Не поленитесь и действительно вступите в нашу дружную семью. Повторюсь еще раз.
Всем большое спасибо за просмотр, именно тем, кто досмотрел это видео до конца и сейчас меня еще смотрит, а не выключил уже. Большущее вам спасибо. На этом, к сожалению, мы заканчиваем, но мы сможем встретиться. Чем быстрее, тем лучше. И как быстро это будет, зависит только от вас. Всем удачи, всем пока.